25 января текущего года в 13:45 по местному времени на улице Худякова, не доезжая Плотины, было совершено дорожно-транспортное происшествие, столкновение трех автомобилей. Водитель, женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем Toyota Mark II, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с двумя автомобилями Chevrolet и Daewoo Nexia. В результате данного дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте ДТП скончалась женщина, водитель автомобиля Toyota Mark II. Также в данном дорожно-транспортном происшествии пострадали еще 5 человек, но они не тяжелые. В настоящий момент дорожно-транспортное происшествие оформлено сотрудниками госавтоинспекции по городу Челябинску. Материалы переданы в следственный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУМВД России по Челябинской области.